Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, проснулся утром, думаю, чем заняться? Думаю, за кумжей поехать, неинтересно. Думаю, поеду-ка я в магнетиты, попробую блесен пособирать. Там еще как раз оставались с прошлого раза. Сейчас переодеваемся. Газовую горелку забыл дома, поэтому будем моржиться. Поэтому переодеваемся, собираемся с духом и пойдем искать блесна. Рыбаков нету. Ну, то есть рыбак есть один, но он внизу рыбачит. Мы ему не помешаем. Влад уже подготовился. Готов? Пойдем. Первый пошел. Thank you.
не придумал. Смотри, сверху, какая монетка. Дорогие друзья, закончилась наша клевая нырялочка. Мне она понравилась. Рыбаков нет. Погода хорошая. Вода прозрачная. 12 градусов тепла сейчас. В общем, все классно. Ну и блесны есть. Значит, что у нас по блесенкам? Влад в моих глазах растет реально. У него, смотрите, какие находочки. Зачетные блесна. Но самое главное и неинтересное, это вот такая блесна. Мы не знаем, что это за блесна. V.L.20 грамм. Какая-то выемка. Ну, видите, порог какой-то. Я не знаю, крючки, не знаю, если не ошибаюсь, они называются офсетные. А может и не офсетные. Не знаю. Ну, в общем, интересная блесна. Я такой ни разу в жизни не видел. Что у него тут? Ну, стандартные. Тоже. А, это дайва. Ну, дайву я видел. Несколько окар. Ну и старенькие блесенки. У меня сегодня поинтереснее результат. Что у меня? Интересно. А. Две финских блесны куасама. Нормального состояния. Много моресильд. Это достаточно дорогие блесна. Ими ловят на течение. Они очень хорошо играют. Что еще? А, вот. Опять. Саламандра какая-то. Я уже такую находил, похожую. Что у нас еще тут интересного? Ну, тут все, я говорю, стандартные. А, кондор дрэм. Тоже когда-то, кажется, видел такую блесну, но давно. Что еще интересно? Так. Где-то еще интересная блесна была, которую я хотел показать. Угу. А где она с лепестками? Вот это. А, вот, да. Видите, вот такая блесна.
интересная. Акара. Таймень. Что еще? И что-то еще у меня было интересного. А, наверное, все. Ну, а так достаточно стандартные блесна. Магнетиток здесь больше делать нечего. Поэтому куда мы поедем в следующий раз, я не знаю. Надо подумать. Может, кто-то из вас напишет хорошее место, где еще не было подводных охотников за блеснами. Ну, а так, дорогие друзья, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Всем счастливо, всем пока.